Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Билык. И сегодня я хочу поговорить с вами о лечении диабета второго типа с помощью приборов частотно-резонансной терапии. Вот у меня в руках прибор, которым я уже пользуюсь на протяжении последних 3 лет. Вообще, такими приборами подобными я пользуюсь на протяжении 7 лет. Вот я нашла для себя такой очень хороший способ лечения диабета второго типа. Хочу вам рассказать свою историю, как это все начиналось. Диабетом я болею 16 лет. Он был у меня выявлен совершенно случайно, когда я была на отдыхе и на профилактике, на лечении в санатории в Трускавце. Мне назначили разные анализы, и оказалось, что у меня уже как бы нарушена толерантность к сахару. Мне сделали анализы под нагрузкой. Это специальный такой анализ, когда вот употребляется глюкоза и проходит измерение через каждый час. Оказалось, что под нагрузкой у меня сахар уже 12 единиц, а при норме это где-то 7-8 единиц. Это максимальная нагрузка. У меня уже было 12, и это было 2003 год. Вот 16 лет прошло. За это время я пыталась заниматься разными способами излечения. Потому что принимать таблетки, которые мне рекомендовали врачи, мне очень не хотелось. Я прочитала очень много литературы всевозможной для того, чтобы понять саму систему, как это работает, как это в организме развивается. Поэтому я очень знаю много о диабете второго типа. И вот когда 7 лет назад я узнала об этом приборе, я решила для себя, приняла решение, что я буду именно оздоравливаться, буду лечиться с помощью приборов частотно-резонансной терапии. На то время это были приборы не очень мощные, потому что ясно, что техника не стоит на месте, она развивается. Вот тот прибор, который у меня в руках, вот я им пользуюсь 3 года. Сейчас уже вышел прибор более нового поколения, это модель 2019 года, и такие приборы называются Smart Life. Компания-производитель Smart System. Вот этими приборами я пользуюсь на протяжении последних 3 лет. И уже с этими приборами я получила потрясающие результаты. Те приборы, которые были до этих приборов, то есть они были слабее, но они тоже давали позитивные моменты. Потому что использовать лечение таблетки я не использовала. Ну, диабет второго типа, он лучше, чем диабет первого типа, лучше, как сказать, в том плане, что он инсулинонезависимый. Поэтому это есть вот возможность хорошая человеку регулировать свой сахар с помощью и диеты, и образа жизни. И очень много того, что можно сейчас на рынке купить для того, чтобы снизить уровень сахара. Это и физические нагрузки, всевозможные, которые вот надо применять для того, что это и снижение веса. Я хочу сказать, что вот за это время я похудела на 25 килограмм. Я была намного больше, так скажем, когда у меня начинался только диабет, когда был обнаружен. Вот. И скажу, что за эти 16 лет я не выпила ни одной таблетки от диабета. Я контролирую свой уровень сахара в крови. У меня есть не один глюкометр, которым делаю измерения. Кроме этого, я еще обязательно сдаю анализы в поликлинике. Сейчас очень много различных лабораторий есть, где можно с точностью большой определить уровень сахара в крови. И таким образом проконтролировать свое здоровье, свое состояние. Ну, естественно, что ведя такой образ жизни активный, в нашем обществе вообще невозможно удержаться от каких-либо возможностей, как я говорю, вот, и переедание тоже, и тоже, что, например, хочется чего-нибудь сладенького, или если ты идешь на какое-то мероприятие, очень тяжело удержаться и все время сидеть на диете. Поэтому какие-то есть такие погрешности против своего организма, против себя. Поэтому мне приборы частотно-резонансной терапии очень хорошо помогают в этом. Если даже я что-то съела, вот какую-то конфетку где-то, я, во-первых, делаю физические нагрузки, и вместо таблетки, которую рекомендуют принимать, я постоянно имею с собой прибор Smart Life и обязательно использую его, потому что он очень легкий в применении. Что самое важное, что он очень эффективный, это первое. Второе, он очень комфортабельный, его можно использовать в любом месте, где мы находимся. Можно носить как вы хотите, можно ночью поставить возле себя
на тумбочку или просто положить стороной, где генерируются частоты, и он будет целую ночь вам помогать, потому что иногда бывают мероприятия какие-нибудь вечером, вот какие-то застолья. Даже если ты и стараешься сидеть на диете, все равно удержаться тяжело, и тогда я на ночь ставлю вот эту программку для того, чтобы понизить сахар крови обязательно. И провожу обязательно дневник, веду, где я веду записи о том состоянии уровня сахара в крови любой день, в любое время. Вот чем очень прибор прост в использовании, здесь есть очень много программ, которые направлены именно на лечение диабета и на снижение сахара в крови. Я хочу сказать, что в этом приборе есть больше, чем 5000 программ, а точнее вот в этом приборе, который я сейчас держу в руках. Это уже прибор Smart Life модель 2019 года. Здесь находится 5132 программы, которые направлены на разные виды заболеваний, на помощь человеку, на лечение. Здесь есть специальные разделы терапевтические программы и есть раздел антипаразитарные программы. Также есть программа, которая называется наборы программ Smart Life по очистке организма. Он очень легкий в использовании. Мы выбираем ту программу, которую нам надо. В частности, вот я нажимаю кнопочку, нахожу терапевтические программы. Потом снова нажимаю кнопочку, у нас терапевтическая программа показывает разные программы, какие здесь есть. И я нахожу здесь программы, раздел, который называется эндокринология. Вот я хочу вам сейчас прочитать, какие здесь есть программы по эндокринологии, которые касаются сахарного диабета. В этом разделе, здесь раздел антипаразитарные программы. И в разделе терапевтические программы, и в разделе антипаразитарные программы есть раздел эндокринология. Вот туда мы и с вами заходим. Вот смотрите, какие здесь есть программы. Здесь программа «Диабет 1». И обязательно написано предупреждение в скобках, может вызвать падение уровня сахара в крови. Вот это очень важно, потому что это позволяет понизить уровень сахара в крови. Диабет 2, диабет вторичная, диабет, связанный с инфекцией, диабет третичная, диабетическая невропатия, диабетический кетоцидоз. Ну, это уже когда вот есть осложнения, которые дает диабет, тогда там тоже можно эти программы использовать. Еще есть такая программа, как сахарный диабет первого типа, сахарный диабет второго типа, сахарный диабет третьего типа. Сахарный диабет, диабет гестационный также есть. И вот это только я прочитала вам те программы, которые есть в разделе антипаразитарные программы, в разделе эндокринология. Есть еще много программ, которые находятся в разделе терапевтические программы. Поэтому из этого перечня можно выбрать очень много программ сугубо по диабету. Есть еще очень много программ, которые позволяют поддерживать работу сердца, потому что если у человека есть сахарный диабет, то обязательно попадает под воздействие и сердца, и почки, и печень, и очень много других органов. Поэтому обязательно есть и возможные дренажи, лимфодренаж, есть очистки обязательно. То, что позволяет почистить организм, привести в порядок лимфатическую систему, привести в порядок весь организм для того, чтобы все яды и токсины, которые выделяются, чтобы они могли выходить с организма, организм чувствовал себя очень хорошо. Вы же понимаете, что вообще все, что мы делаем по лечению любого органа или любого заболевания, все это, естественно, направлено на то, чтобы у нас была качественная жизнь подольше. Это самая главная задача. Не просто, чтобы просто жить, да, подольше, а еще и качественно жить. Поэтому вот такие приборы частотно-резонансной терапии, они помогают этого достичь, потому что когда есть такой прибор, человек может быть спокоен за свои и заболевания, за синдромы, за симптомы, за любое заболевание, потому что в любое время, в любой день вы берете прибор и ставите ту программку, которая вам нужна, соответственно, от того, что вы имеете на данный момент. Ну вот мы сегодня говорим о сахарном диабете, поэтому я хочу сказать, что у меня как раз сахарный диабет оказался инфекционный, то есть у меня поджелудочный, был гельминт, который там обитал, он жил там. Вы же знаете, что у нас в организме заболевания, 80% заболеваний, они как раз были как последствия уже патогенов, которые есть в организме. То есть 80% заболеваний, это по статистике, да, как раз являются как
причина является как раз патогены. В моем случае сам сахарный диабет на самом деле был вызван патогеном гельминным, который проживал в моей поджелудочной. И вот когда я с помощью этого прибора убрала этого гельминта, он вышел из организма, организм очистился, у меня сразу уровень сахара понизился, и уже вот эта толерантность, которая была вначале, она исчезла. То есть показатели уровня сахара стали на свои места, стали в норме. То есть это показатели 3,3, 5,5. Ну, под нагрузкой, естественно, что уровень сахара поднимается, но это были тоже нормальные показатели. Но пока этот патоген жил в моей поджелудочной, он как раз ее отравлял, и уже она работать не могла в норме, так как работает здоровая поджелудочная. Поэтому, кроме того, что я использовала, я еще и дальше использую программы, которые направлены на возобновление работы поджелудочной железы. А так как у нас организм является единым целым, то естественно, что пошел сбой обмена веществ. Очень много было других факторов, которые уже были как последствия проживания этого патогена в организме, кроме сахарного диабета. Если у нас страдает один орган в организме, естественно, начинает сбиваться вся система, и другие органы тоже начинают работать не в ритме таком, как надо. Поэтому использовалась, я применяла длительное время и применяю сейчас, ну, уже сейчас как профилактику, те программы, которые работают на восстановление работы самой поджелудочной железы, самой эндокринной системы, гастроэнтерологии, то есть из того многообразия программ, которые есть в нашем приборе, в приборе SmartLife, можно выбрать те программы, которые соответствуют возобновлению четкой, правильной, нормальной работы всех органов и систем, которые были непосредственно связаны с работой поджелудочной железы. Поэтому сейчас я использую очень много разных программ, которые есть. И вот я сейчас прямо с моего прибора хочу вам озвучить их. Вот я открываю те программки, которые есть у меня. В первую очередь, это стоит первая программа, поставленная для излечения от сахарного диабета, для того, чтобы держать сахарный диабет в норме. Это аутоиммунная полиэндокринология называется программка эта. Она длится на протяжении 30 минут и работает на частоте 50 тысяч Гц. Вот, это первая программа. Вторая программа – это диабет по второму типу. Тоже эта программа длится 40 минут и работает на частоте 4200 Гц. Ну, я не буду называть, с какой частотой работает, но вот просто хочу сказать. Диабет вторичный. Диабет, связанный с инфекцией, обязательно то, что я вам читала с перечня всех программ. Сахарный диабет второго типа. Дальше вот программы те, которые жировая ткань, обязательно растворение, жироотложение, потому что присутствует. Инсулин, избыток, слишком много. Эта программка у меня стоит 4 раза подряд, потому что она не очень длительная, там по 5 минут, поэтому я ставлю ее подольше. Обмен веществ, естественно, программа, потому что он уже нарушен у нас обязательно. Панкреатические нарушения, пищеварительный тракт, плохо идущий процесс излечения, поджелудочная железа, контрольные частоты, просто программа поджелудочная железа, поджелудочной железы заболевания, аппетит, регулятор. Вот такие программы, те, которые у меня стоят на моем приборчике. Эти программки длятся на протяжении 6 часов. Как это происходит? Я нажимаю вот так вот кнопочку, идет обратный отсчет времени, одна программка переключается за другой на протяжении 8 часов. Я ношу этот прибор вот так вот на шее, просто на шнурочке, так удобно. Он переключает программки одна за другой, вот видите, экран погас. Это идет процесс у нас экономии энергии. Вот. Но прибор работает в это время, вот здесь есть сигнальная лампочка, она показывает, что он работает в рабочем состоянии, он нас лечит в это время. И одна программка переключается за другой, те, что я называла. На протяжении вот этих 6-8 часов работают программки разные, одна за другой, этот комплекс закончится. Вот, он подаст звуковой сигнал и отключится. То есть он отработал свою программу. В этом, если надо нам поработать, чтобы без остановки, здесь есть программа, которая называется цикличность. Вот можно ее включить, и оно будет, прошло 8 часов, он опять включился и заново начал прогонять те же программы. Вот. И так можно целые сутки работать. Ну, естественно, что если надо нам очень быстро привести в порядок наши органы и системы, то можно и так делать.
Вот. Хотя мы делаем перерывы, соответственно. Вот. Но для того, что я вам по-честному скажу, что когда мне надо было очень эффективно получить быстрый эффект, то я вот прокручивала эти программы почти целые сутки для того, чтобы получить эффект. Еще хочу сказать, что в это время, когда мы пользуемся этим прибором, любой программой, те, которые есть больше, чем 5000 программ, обязательно надо употреблять много воды. Но если кто-то не знает, я напомню, что воды надо употреблять любому человеку в соответствии вот его веса. Для женщин это 30 мг на килограмм веса. Вот если у меня сейчас 80 кг вес, значит мне надо в день употреблять 2 литра 400 мг воды, что я и делаю. Притом эта вода должна быть чистая, не газированная, очищенная вода. Вот, можно родниковую, можно ту, которую вы привыкли уже пить воду. Но обязательно. Для мужчин этот показатель чуть выше, это 40 мг на килограмм веса. Поэтому я обязательно контролирую употребление воды. Я обязательно выполняю питьевой режим, потому что это необходимый пункт в лечении любого органа, любого заболевания. Потому что человек, вы знаете, состоит из воды на 60-90%. И чем старше становится человек, тем важнее присутствие воды в организме. Поэтому это обязательно. Вот. Кроме этого, что еще я хочу сказать? Я провожу активный способ жизни. Я занимаюсь и разными видами деятельности. Я люблю очень такой активный образ жизни. Это и танцы, это и занятия вокалом, это и чтение, и посещение разных мероприятий, концертов, кино, театров и все остальное. И вот где бы я ни находилась, я знаю, что у меня есть в кармане мой домашний доктор, который меня делает счастливой, потому что, имея такого прекрасного помощника рядом, мы знаем, что мы всегда защищены от всех тех заболеваний, от всех тех проявлений и патогенов, и возможных вариантов нашей жизни динамической, тех моментов, когда мы не можем повлиять на обстоятельства. Имея такой прибор, мы можем излечить любое заболевание, потому что мы живем в социуме и можем получить и любые бактерии, любые патогены, которые могут нам причинять всевозможные заболевания и вести к тому, что нам будет некомфортно. Естественно, что болеть никому не хочется, и мы себя в это время чувствуем некомфортно. Вот. Поэтому, смотрите, что я хочу сказать. Я очень довольна тем, что в моей жизни появился этот прибор. Вот приборы именно частотно-резонансной терапии. Я хочу сказать, что сам по себе прибор очень эффективный, очень комфортный, потому что его можно использовать в любое время дня и ночи, в любом месте, где бы вы ни находились. Ну, естественно, что в бассейн только его с собой брать нельзя, потому что он боится воды. Вот. Поэтому, имея такой прибор, все члены семьи у вас будут здоровы. Потому что хочу еще что сказать. Чем он очень удобный и комфортабельный? Тем, что, смотрите, я включила кнопочку, и сейчас идет обратный отсчет времени. Я вам рассказываю об этом приборе, а он меня сейчас лечит. Кроме этого, радиус действия этого прибора 4 метра. Вот. Поэтому можно лечиться, например, вечером. Когда мы всей семьей собираемся возле телевизора, можно включить программки на очистки, любые общие программы и одновременно лечиться этим прибором. Хотя в этом приборе есть более 50 программ, и в эти программы можно вставлять 50 комплексов. То есть этим прибором одним можно лечить всю семью, в разное время использовать. Каждый член семьи будет его использовать в разное время. Но я рекомендую иметь прибор такой, это для начала, для того, чтобы увидеть, как он хорошо действует и помочь всей семье. Потом, как и телефон, вот мы привыкли уже к телефонам, да, сейчас у нас есть не только там, у меня, например, 4 телефона, я привыкла к старым телефонам, есть еще и новые, которые сенсорные. Вот так же и прибор. Это прибор индивидуального пользования, поэтому каждый человек должен иметь в своем запасе вот такой прибор, потому что это как один из вариантов возможных лечения, оздоровления и профилактики. Естественно, что прибор, имея 5132 программы, может помочь вам в любой сфере заболеваний, то есть в любом направлении,
при любом, любом диагнозе вы можете себя излечить или поставить профилактику для того, чтобы не заболеть. Это очень важно, потому что у нас сейчас жизнь такая динамическая, что просто нет времени ходить по аптекам, по больницам, по поликлиникам и лечиться. А имея такой прибор, мы имеем больницу, поликлинику и аптеку в кармане, так скажем, в кавычках, да? Потому что здесь есть абсолютно все. Даже вот по витаминам я ставлю здесь вот баланс, баланс чакры. Очень много программ, которые другие, не касаются там эндокринологии моего диабета, но я использую разные комплексы в разное время. Ну вот этот комплекс я, например, поставила с утра, а на ночь я ставлю всевозможные тоже, там и косметология, есть и другие программы, которые касаются вообще всех сфер жизнедеятельности человека. Поэтому это очень удобно и очень комфортабельно. Кроме этого, еще хочу сказать, что уже в этом приборе намного шире частотная база, поэтому лечебный эффект наступает намного быстрее. Вот, он и по размерам меньше, так? Вот я хочу вам, чтобы вы сравнили, да, вот этот прибор. Вот чуть-чуть больше, потому что ему уже 3 года. Вот это второй мой прибор, который у меня есть. Вот, он очень комфортабельный, тоже меньше по размерам. Вот, и его частотная база намного шире. То есть это уже модель 2019 года, и он более эффективный. И, можно пользоваться тоже. Очень много здесь уже новшеств есть, новые программы появились, вот. Я еще хочу сказать, чем очень удобно пользоваться прибором, потому что если, например, меняется частота в каком-то патогене, потому что вы знаете, что патогены меняются, они тоже развиваются, они хотят жить, мы для них являемся средой обитания, они хотят жить, и они тоже мутируют, развиваются и растут. Поэтому частотная база этого патогена тоже может изменяться. Очень удобно то, что новые программы появляются, и можно тот же самый прибор, который у меня в руках, это уже он, ему 3 года, можно просто перепрограммировать, туда перепрошить и добавить те программы, которые уже появились. Потому что компания сотрудничает со многими научно-исследовательскими институтами, которые исследуют вот и патогены, как они меняются, исследуют вот эти частоты, потом компания докупает эти частоты и сюда программирует, уже перепрошивая этот прибор. Поэтому можно пользоваться и этим прибором. Вы знаете, как вот привык к телефону старому, вот я пользуюсь кнопочными еще телефонами, хотя у меня есть и сенсорный. Но вот эта привычка, она срабатывает. Тем более я очень люблю этот прибор, потому что он мне очень помог и помогает в моем качественном в качественном стиле жизни моем. Поэтому мне очень приятно иметь такой прибор. Я очень рада тому, что в свое время, 7 лет назад, я поверила в такие приборы, дала себе шанс, дала шанс своему организму поменять все в своей жизни и уже освободить время для того, чтобы не ходить по поликлиникам, не ходить по аптекам, не тратить очень много денег на лечение всевозможное. Тем более, что я хочу сказать, что с возрастом у нас же появляется вот то один диагноз там появился, то другой. Я еще забыла сказать, что 7 лет назад, когда я пришла к решению лечиться приборами частотно-резонансной терапии, я села, вот, взяла лист бумаги и написала все диагнозы, какие у меня есть. Вот и диагнозы, там заболевания, то, что мне надо было. И оказалось, что это порядка до 50 разных вот таких мелких и больших заболеваний всевозможных. И вы знаете, за эти 7 лет я так счастлива, что я вычеркиваю все одни, другие. Сначала вычеркнула маленькие заболевания, мелкие, потом уже те, которые посильнее, покрупнее. Вот. Ну, естественно, что сахарный диабет я не излечила. Сахарный диабет излечить нельзя, но вести качественный образ жизни, контролировать свое здоровье, контролировать свой уровень сахара в крови и поэтому чувствовать себя прекрасно, это очень хорошо и это делается с помощью приборов частотно-резонансной терапии Smart Life компании Smart System. Я очень рада то, что есть этот приборчик у меня в жизни. Он помогает мне, моим родным, моим друзьям и знакомым. Я в любое время, вот даже если, например, отойду от темы про диабет, вот зимой, когда у нас идет массовое заболевание, чихаем, кашляем, все респираторные заболевания. Раз, вот я в этом году болела один день, один раз и один день. Когда пришла домой, поднялась температура высокая, понятно, вот там головная боль,
Поэтому понятно, что это у РВИ даже не консультируясь у врача, понятно, что у нас какой-то вирус где-то, вот может транспорт и общественном. Сразу ставила программочку ОРВИ, там всевозможные очистки, и буквально за одни сутки у меня все это прошло. Локализовалась, температурка спала, без единой таблетки, без единого порошочка, без визита к врачу. Это очень важно, потому что когда мы болеем, ну, например, неделю целую, это вот в это время мы ничего не производим, жизнь является некачественной. Поэтому иммунная система уже укрепляется, болеем мы очень редко, а если начинается болезнь, она заканчивается очень быстро. То есть я, это такие небольшие заболевания, да, как я говорю, ну вот это ОРВИ и ОРЗ, это убирается очень легко и просто с помощью прибора. Но те заболевания, которые более серьезные, естественно, что они требуют более длительного лечения и систематичности, а некоторые просто вот такие, как у меня сахарный диабет второго типа. Прибор помогает просто мне вести качественный образ жизни и, кроме этого, держать сахар в норме, контролировать его. Вот. Но я хочу сказать, что не только сам прибор, я использую еще другие там, народные средства, там, вот, всякие чаи вот, диабетические, которые помогают снижать сахар. Естественно, мы употребляем в своей жизни все то, что мы считаем нужным для того, чтобы наша жизнь была такой, как надо, какой мы хотим ее сделать. Это очень важно, когда человек умеет контролировать свое здоровье. Поэтому я хочу вам посоветовать и призвать вас пользоваться приборами частотно-резонансной терапии, потому что это очень важно. Когда вы пользуетесь приборами частотно-резонансной терапии, в данном случае прибор Smart Life, вы будете счастливы только тем, что у вас будет нормальная качественная жизнь. Нормальная качественная жизнь, кроме этого, вы высвобождаете очень много времени для того, чтобы заниматься тем же спортом, или читать книгу, или что-то еще, не болеть просто. Это так важно, когда ты можешь время, которое ты потратил бы на лечение, ты можешь его потратить на то, чем тебе приятно заниматься, на хобби, на свое, на походы куда-то, на общение с детьми, с друзьями, с родными, с соседями, с подругами. То есть ты все время, пока ты где бы ты ни был, ты имеешь этот прибор. Я имею этот прибор везде. Куда бы я ни пошла, в театр или в кино, он всегда со мной. И он в это время меня лечит. Это очень важно. Это уже новое поколение лечения. Это медицина 21 века. И поэтому это очень важно для каждого человека, поверить в такое лечение, взять на вооружение, приобрести такой прибор и начинать заниматься собой серьезно. Поэтому я желаю вам быть здоровыми, я желаю вам получить такой приборчик нового поколения, который прибор, это уже прибор модель 2019 года, и вот быть такой же счастливой и довольной, как я, потому что я чувствую себя на самом деле счастливой. Я могу контролировать свое здоровье. Поэтому я желаю вам всего хорошего. До встречи. Я еще хочу вам рассказать очень много о других заболеваниях, которые я смогла преодолеть. Вы же помните, я сказала 50 заболеваний. Но пока что вот рассказала вам сегодня о своем диабете, который я смогла преодолеть. Всего доброго. До свидания.